Она безумная! Она может их контролировать? Она нам угрожает! Придурок, смотри, что ты сделал! Зачем ты их спровоцировал? Доктор, скажите что-нибудь. Я считаю, когда твоего дорогого друга называют плохим словом, злиться это вполне нормально. Тебе следует извиниться. В смысле? Судя по тому, что я видел от него, я не думаю, что он представляет угрозу. Уровень тревоги полночь. Ну, наверное, он угроза для моего рассудка. Если они такие же общительные, как он, все станет даже проще, чем раньше. Все равно встречаться с зомби — это как-то чересчур. Ты не можешь сдавать назад, дорогая? Слишком поздно для сожалений. Алекс, я сделал это! Он сказал зомби! Ей, я так тобой горжусь! Ладно, я уже сожалею. Я перевернул их правила ради тебя! Ребят, вы можете уходить. Доктор, но... Я сомневаюсь, что мы можем совершить прогресс, когда все такие измотаны. И теперь мы знаем, что есть более простой способ иметь дело с зомби. Мой телефон! Я свяжусь с вами позже, вы не против? Конечно, ты ведь попросил с уважением. А ты типа их лидер. Рада за тебя. Спасибо за... Нет. Нет! Мы не можем их отпустить! Она угрожала нам! Что если они никогда не вернутся? Они могут быть нашим преимуществом! Мы ни за что их не отпустим! Народ, успокойтесь! Будьте благоразумны! Мы не можем заставить... Благоразумны! Переживать за свои жизни и есть благоразумие! Это вопрос жизни и смерти! Да! Этот парень может говорить с ними, а та девчонка вообще умеет контролировать их! Как они могут радостно шататься по городу, пока мы застряли тут, уставшие и напуганные? Стойте! А... Что ты... Док, я правда ценю твою помощь, так что можешь оставить на меня грязную работу. Видите ли, я плохой человек. Доку не надо помогать мне, но он все равно помог. Так что вы останетесь здесь и поможете нам. Молодец! Да! Не дай ему идти. Кто теперь кому угрожает, а? Подай эгоистке урок. Вы целитесь в меня пистолетом и называете это помощью? А зачем они это делают? Добро пожаловать во взрослый мир, доча. Держись рядом со мной. Эти жалкие людишки! Что нам делать? Если они с ними что-то сделают, я устрою им пятницу 13-е. Он... Этот бесполезный чертов... Добром это не кончится. Что нам делать? Йо, здоровяк. Давай навалимся к ним на вечеринку и спасем их. Но они могут выстрелить в нее раньше, чем мы доберемся до них. Черт! Не надо было вообще выпускать из рук оружие. Пока я до него доберусь, меня уже застрелят. Кто бы знал, что мне понадобится оружие против живых людей? А? Он хочет выбросить свою... Вы не посмеете. Если вы выстрелите в меня, зомби пойдут за вами. Вы сами знаете. Тогда... Давайте просто... Поработаем... Сообща. Мы все равно умрем сами по себе. Так что... Просто скажите, что вы слушаете нас. И мы покончим с этим. Боже... Из этой штуки сложно стрелять. Черт! Он серьезно? Хватит! Бросай ствол! Тупой безмозглый старикан! Если я повалю его! А? Что? Эй, ты что? Ты им что-то пишешь? Бросай сейчас же, сукин сын! Близнецы! Больно. Какого хрена это было? Без шансов, гнилая тварь. Получи, монстр. Подожди, что? Страйк! Почему я? Упс, прости, парень. Побочный ущерб. Макс,
ты безумен. Ох, парень, не надо сходить с ума. Ты все равно даже ничего не почувствовал. Это ты сошел с ума. Мои глаза, глаза. Пау! Этого недостаточно. Продолжай кидать вещи и сломай окно целиком. Получи, росомаха! Ты больше похож на черного котенка с котячьими когтями, парень. Мяу! Пап, если ты хочешь сражаться, то как ты это объяснишь в этот раз? Клэр? Что твой отец там делает? Почему он борется на их стороне? Значит, твой отец один из них. Я знал, что вы что-то скрываете, когда ты затирала нам эту дичь про девушку с селфи-палкой. Но она прямо здесь. Чего вы хотите от нас? Я так устала, я не могу бороться. Значит, ты виновница. Отвечай мне. Клэр! Все нормально? Ты убила их? Упс, они умерли. Парень, твоя девочка. Алекс, без убийств. Я же не специально. Тяжело не убивать людей. Черт, я не могу найти. Где его? Что ж, вот и все. Пап, пошли из этой дыры, пусть они гниют в аду. Я лучше буду жить с зомби и психопатками, чем рисковать свою жизнь, чтобы кормить этих неблагодарных свиней. Я-то думал, ты не спросишь. Это моя девочка. Двери заблокированы. Их слишком много. Как нам выбраться? В чем дело, парни? Это просто девчонка. Сама попробуй драться с ней. Папа! Стой за мной. Ты никак не поможешь. Без убийств, Энн. Это длится целую вечность. Макс и Клэр уже на пределе. Таким темпом мы станем убийцами. Прыгай! Прыгай! Никогда не думал, что заводить друзей будет так важно. Пап! Клэр! Вперед! Что? Что? Поставь меня! Поставь меня! Что ты сказал? Стой! Твоя... Апачи! Что? Jump on it! Макс! Клэр! Прыгайте! Погодите, это как прыжок через акулу, только прыжок через зомби! Где они? Они выпрыгнули из окна. Что? Не может быть! Не переживайте, они вас не съедят. Только если не захотят умереть во второй раз. 3 минуты назад. Поставь меня! Классика. Энн, твоя доска. Эльза! Эльза! А? Почему? А? Прости, дружище. Увидимся.